Астрономы на основании практического многолетнего опыта и теоретических исследований выработали теорию, согласно которой небольшие звезды могут образовывать вокруг себя только твердые небесные тела. Но недавно ученые обнаружили планету гигантских размеров, существование которой противоречило выбранным ранее теориям. Гигантскую планету размером с Юпитер, существование которой ранее считалось крайне маловероятным, обнаружила международная группа астрономов. Обнаруженная планета расположена в созвездии Голубь на расстоянии 600 световых лет от Земли. Ее величина соответствует размерам Юпитера, а масса на 20% меньше массы крупнейшей планеты Солнечной системы. Температура на поверхности найденной планеты составляет 530 градусов по Цельсию. Расстояние от небесного тела до своего Солнца, вокруг которого оно вращается, составляет 3% расстояния между Землей и центром Солнечной системы. Год на этой планете равняется 2,6 земного дня. В итоге NGTS-1b, как назвали этого газового гиганта ученые, является самой большой планетой по сравнению с размером ее звезды. Выяснилось, гигантская планета размером с Юпитер вращается вокруг звезды вдвое меньше Солнца. Такое несоответствие было впервые зафиксировано во Вселенной и противоречит научной теории. Никогда не мог понять, как можно определить все это по обычной фотографии. Съем свой галстук на видео перед вами, если кто-то сможет сказать, что у меня сейчас в правой руке. Описание структуры, формы и состава этого предмета. Удачи в поисках! Мира вам и процветания. На сегодня все. Пока.